слышим? Всем все понятно? Тема свободная. Не все вам ногами работать. Надо немного и мозгами пошевелить. Демин! Тема свободная. Что ты хочешь списать у Азаровой? Ну что, Галина Николаевна, я сам пишу. Ну, пиши. Да? Извините, пожалуйста. Галина Николаевна, вас к директору. Иду. Чтобы без меня здесь было тихо. Не галдеть. Yes! Эй, Илья. Чё? Чё пишешь? Тебе-то какое дело? А может, я тебя люблю? Пойдёшь за меня? Квартира, прописка. Машина? Нет, машины нет. А Азаровского есть. Правда, на двух колесах. Но это ерунда. Правда, Арза? Не свалишься, если обняться покрепче. Кстати, как он обнимает? Заткнись. А что такое? Плохо? Понятно. Еще не случилось. За этим дело не станет. Приедет он к тебе весь из себя благоухающий. Пригласит к себе. Познакомить, так сказать, с предком. Вы входите. А предков нет. Какая неприятность. Он смутится. Какая незадача. На дачу смотались. Поставит легкую музыку. Сам-то он такую не слушает. Для девочек специально припасы. Для релакса. Поведет тебя в танцы. И... Мне тебя жаль, если у тебя в первый раз так было. Мне-то как раз не так было. Это потом так пошло. У мужиков нет фантазии. И вообще, они все мерзкие, грязные, лосатые звери. Потом с тобой поговорим. Как же достали! Господи! То ли дело женщины, верные. Отстань, Лена. Мягкие, нежные. В моей постели больше не будет ни одного мужика. Слово чести моей потерянной, самцами загубленной. А может быть, еще кофе? Ну, у меня уже скоро из ушей польется. Ну? Ну, сколько я буду ждать? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, можно посмотреть? Одну минуту. Опять что-нибудь не так? Вот я вам говорил, надо было в прошлый раз не убегать, а выслушать, что я говорил. Ну, пожалуйста, не волнуйтесь. Ну, прекрасно. Превосходно, но... Так, и значит, я вот это все вот теперь могу взять, да, и показать Андрею Сергеевичу. Ну, я так понимаю, теперь вы довольны? Так, превосходно. Я ведь, признаться, даже... Я не ожидал. Писать, правда, плохая. Типографская будет лучше. Нет, 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 нет. Все прекрасно, все прекрасно.
Ничего, Демин, и поначалу все будет понятно. Все, тетради, пожалуйста, ко мне на стол. Титова, задержись. Нин, ты опять ничего не ела? Я ела. Тебя уже несколько дней не видели в столовой. А может, мне и жрачка не нравится? Ты все-таки без этих своих эвфемизмов. Я все-таки преподаватель литературы. Я взрослый человек. Что вы за мной шпионите? Ты пойми, Нин. Мы отвечаем за вас перед вашими родителями. Я и Эдуард Валентинович. И потом, это не поможет. Ты только здоровье себе испортишь. Такая твоя конституция. Природу не обманешь, Нин. Я ее обману. Отчислили Свету Середу. У нее случилось какое-то дурацкое воспаление сустава. Это как под машину попасть. Такая глупость может случиться с каждым. Но почему именно с ней? Самой лучшей, самой талантливой. Она могла быть звездой балета. А кем она будет теперь? Девчонки спрятали от нее все бритвы и таблетки. Но я сразу поняла, что ничего не случится. Для того, чтобы покончить с собой, надо захотеть умереть. А ей было все равно, жить дальше или нет. На Наталью страшно смотреть. Мне даже ее чуточку жалко. В общем так, я влезаю в машину, а там три лба. Я, я девушка скромная. Ну и чё, они тебя сразу или как? Что? Ну ничего, достала ты! Дура! Встала, дура! Начинается. Слушай, чё тебе надо? Я тебе, что ли, глухую карту поставила? Чё ты на меня зло срываешь? Твоё-то какое дело, куда меня поставили? Да хватит, надоели уже. А ты вообще молчи в тряпочку, да? Ты там должна стоять. Да? Ты уверена, да? Да с тобой стать, да, да. Погодите вы уже, заткнись. Когда её отчислят, наконец? Закрой рот. Жопа дождала, я виновата. Да заткнись ты. А ты сегодня никуда не собираешься? Не-а, не хочу. Меня впереди французы ждут. Азарова, это жестоко. Что жестоко? Твой прикид. Не лезь, а. О тебе же забочусь. Я из нее быстро выросла. Не успела заносить. Ну как? Я в нем с невинностью простилась. Шуточки у тебя, Илья. Глупо, это Юлька. Это совершенно не страшно. Даже наоборот. Помнишь, я к родственникам на дачу ездила? Ну, позапрошлым летом, помнишь? А, помню. Так это тогда произошло? Но не там. Про родственников я наврала. Мы летали на море. А я-то уши развесила.
Все было как в кино. Ночь, шум прибоя, романтик. Как странно, сестренка. А я ведь Илью совсем не знала, хотя столько были вместе. Оказывается, она просто кривлялась, строила из себя. На самом деле, она может быть верной и глубоко любить. Вот так, сестренка. Не стало рядом Светы, но появился Игорь. Он приезжает ко мне. Мы ходим гулять, разговариваем. Он очень интересуется балетом. Но, думаю, это больше предлог. Я ему нравлюсь. По крайней мере, мне так кажется. Но ты не думай, я не наделаю глупостей. Я не Ильинская. И потом у нас в училище с этим строго. Отпускают как в увольнительную. Всего на пару часов. Ты спрашиваешь, нравится ли он мне? Не знаю. Я еще не успела это понять. Это усадьба. Здесь живет известный художник Ларионов. Это экскурсия? Нет, это мой отец. Сегодня, Зойка, Игорь решил познакомить меня со своими родителями. Я совсем не ожидала этого. И, честно говоря, мне было немного страшно. Родители, встречайте гостей. Пап! Мам! Ой, как в музее. Это и есть музей. Музей квартиры моего отца. Но их никого нет. Потому что мы слишком быстрые. Пойдем. Пойдем. Пусти. Ты чего? Ничего. Не ожидала от тебя такой пошлости. Ты еще музыку включи и на танец пригласи. Ты же балерина. Танцевать не любишь? Пойдем, я тебе покажу музей. Ну, давай начнем сразу со спальни. Слушай, я не понимаю, о чем ты думаешь вообще? Что у тебя все мысли в одну сторону? Пойдем, я совсем другое имею в виду. Пойдем, 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 я тебе говорю. Это я что ли? Прости, да, я зашлю. Убери руки. Давай зашли, я тебе говорю, что ж такая дикая, а? Да я сделаю. Я тебя сейчас ударю. Между прочим, нас карате учили.
Все. Что здесь происходит? А ты не видел, что у меня прятки есть? Все, руками не трогай. Все, все. Все, спасибо. Пойдем. Я не пойду. Почему? Представляешь, что они обо мне подумают? Чего ты смеешься? Я такое складываюсь ощущение, что я разговариваю сам с собой. Юлечка, а вы позволите за вами поухаживать? Нет, спасибо, я не буду. Как? Вы не любите сладкое? Олег. Я не поверю. Ты иногда бываешь крайне бестактен. Дорогая, ухаживай за мной, пожалуйста. Юлечка, вы знаете, Игорь нам о вас очень много рассказывал. Ну, что вы были Лена, например. Просто папа сам догадаться не мог. Галек, на самом деле ты нас чрезвычайно удивил. Познакомился с очаровательной девушкой, занимающейся серьезным искусством. Ну, я пока еще учусь. Прекрасно. Юль, ты не понимаешь, это камень в мой огород. Просто в семье не без урода, поэтому наш папа занимается настоящим искусством, а я так, ерундой. Ты не прав, ты работаешь, ты зарабатываешь деньги, в конце концов. Мы с отцом очень ценим и уважаем тебя за это. Угу. Наш сын должен обязательно все разрушить, дорогая. Для него не существует никаких авторитетов. Абсолютно. Все, что нравится нам, должно быть уничтожено, да? А что взамен? Что взамен, Игорёш? А я не понимаю этого. Я лет 30 пытаюсь увидеть это новое искусство. И как только я собираюсь это сделать, оно тут же лопается, как мыльный пузырь. Ты знаешь, я не понимаю твое представление об искусстве. Если маслом по холсту, то это искусство. Если музыка написана до 20 века, это искусство. Если пальцами... На сцене, в тюлевых юбках, это тоже искусство. Игорь, ну что ты хочешь сказать, что балет это не искусство? Юлечка, вы даже не представляете, с кем вы связались. Мам, я говорю, потому что понимаю, что наш балет остался неизменным с 18 века. Хорошо, хорошо. В то время как западные школы ушли намного вперед, правда, Юль? Братцы, о чем мы с вами говорим? Среди нас присутствуют профессиональные балерины. Тихо. Юлечка. А что вы думаете о русском классическом балете? Ну, я думаю, классика – это основа всего. Я рад, что мы сохраняем традиции. Ты слышал, малыш, это нравится не только нашему поколению. Да я показал бы тебе. Только ты этого не захочешь, потому что это разрушит все твое представление об искусстве. Ну, покажи мне его. Я хочу увидеть это ваше новое искусство. Я хочу его увидеть. Как оно называется, скажи мне. Я абсолютно спокоен, дорогая, абсолютно спокоен. Не обращайте, ради бога, на них. Ты же мне все время предлагаешь на это посмотреть, но никогда не говоришь, что это такое. Мне нужно потрогать, мне нужно это пощупать, мне нужно увидеть это собственными глазами. Ты же всегда молчишь. Ну, покажи, я действительно хочу. Игорь, Юля уходит. Как? Прекратите припираться. Не надо забывать, что у нас такой замечательный гость. Юлечка, простите нас за наше странное гостеприимство. На самом деле мы очень рады с вами познакомиться. И большое спасибо вам. Вы очаровательны, вы нам очень понравились. И как только у вас появится свободная минутка, обязательно заходите к нам, мы будем очень рады. Конечно, конечно. Да, мы постараемся с моим сыном больше уделять внимание для наших дам. Спасибо, было очень приятно. Спасибо. До свидания. Спасибо. Пожалуйста, девушку, как только доберешься, позвони мне. Я тебя умоляю, я тебя прошу, у меня конфликтует и с отцом разве. Почему злой? Да, любит. Ну, что ты хочешь сказать, что я опять не смог объяснить? Конечно. В другой раз я тебе. Спрашивали. Лен. Вы?
Вот замуж пришел звать. Замуж? Видишь ли, сестренка, оказалось, все просто. Я нужна была Игорю только как консультант. Он делал какой-то альбом о балете, и ему нужны были фотографии танцующей балерины. И тут подвернулась я. Когда я это поняла, сразу хотела уйти. Но не смогла. И решила станцевать для него. На прощание. Ну что, готова? Юля. Надо решать, что с этого будем делать. Отчислять. Как просто у вас все получается. А чего жалеть? Тащить ее до экзаменов, потом вкатать ей заслуженную двойку за форму и отпустить с чистой душой? Кому она нужна с такими данными? Да. А принимали, ветерок носил. Покупаем кота в мешке. Давно надо было отчислять. А прыжок был. Время зря потеряли. Да, Наташа права. Как-то она права. Права. Плевать ей. С высокой колокольни на всех. Наташа ваша. Амбиции за счет среды хотела своей потешить. Смотрите, я вам звезду выписала. Ты из гения-то, любой дурак сможет. А ты попробуй из обычных девчонок. Куда? Это же работать надо. Не проще ли всех выгнать к чертовой матери? Ну и что ж вы замолчали? А что ж вы подслушиваете? До
Знайте свое место. Я девку в обиду не дам. Спокойно, спокойно, спокойно. Если мне не изменяет память, вы свой выбор уже сделали. Так что теперь не мешайте другим. Что она думает, что мы ее величество ждать будем? Встали, встали, быстренько, встали. Продолжаем дальше. Пожалуйста. Седого вверх тянемся. Рудинова не сиди на бедре, разделась. Отдыхать пришла. И не укладывайся, не уж уж такое-то. Сергеенко, в первый класс отправлю тебя РБС учить. Оторвать тебе руку, оторвать? Не смей не рыдать, выгоню. Боком голову держать надо! Каждый день я объясняю вам одно и то же, да сколько же можно повторять одни и те же простые элементарные вещи, как можно совершать такие грубые ошибки. Как вас в Париж везти? Мямли? Курицы дохлые? Азарова? Что ты вот так виснешь на палке? На мужиках будешь виснуть? Вот, не трогайте. Азарова на середину. Прыжки, пожалуйста. Выше. Вверх прыгаем. Вверх, не вниз. Вверх. Стоп. Еще раз. Приготовилась. Можно. И вверх! Нет, 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 стоп, стоп, стоп! Стоп! Еще раз. Приготовилась. Можно. Нет, 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 стоп, 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 стоп. Еще раз. Вверх. Еще, тянись, тянись. Стоп. Прыжки, пожалуйста. Можно.
Эдуард Валентинович, меня отчислят? Скажите мне сейчас, сразу, или я с ума сойду. Эдуард Валентинович, Галина Николаевна, я не могу так жить, зная, что вы за моей спиной. Я же как приговоренная. А мы вот с Галиной Николаевной решили послать тебя в Париж. Вы издеваетесь, да? Ты поедешь вместо Ильинской. Как вместо Ильинской? Она написала заявление, и больше у нас не будет учиться. Как? Ну, как, ты узнаешь у нее. Иди. Так меня не отчислят? Нет. Но если к экзаменам не войдешь в форму... Спасибо. Ты сдурела? А ну же вы забирай заявление. Хорошо, что ты пришла со мной проститься. Тебе дам проститься. Вынимай вещи. Юлька, я замуж выхожу. Что, горит? Еще месяц остался. Получи диплом, выходи, сколько влезет. Ты как мама моя говоришь. Да при чем тут твоя мама? Глупость делаешь. В конце концов, чем учеба-то тебе мешает? Мы уезжаем. Куда? Далеко. А он кто? Ты его не знаешь. Ты хоть любишь его? Я думаю, потом я его полюблю. А как же тот, другой? А другого я буду вспоминать. Помоги. Привет, зайчонок. Грустно мне без вас, без Светки, а теперь и Лены нет. Поставь.
Стоп! Астах, чего у тебя с руками-то? Вот прям вцепился, как в добычу. А что, у тебя тяжеловес, что ли? Она, небось, весь полтинник весит. Ну, штангой занимайся. Я занимаюсь. Я вижу, как ты занимаешься. Давайте еще разочек попробуем. Вот все то же самое, с того же самого места, да? Давайте, встали, приготовились. Готовы? Пожалуйста, можно. Дожившие до своей свадьбы, до своего счастья. И вот в этих белых подвенечных платьях вас опустили в могилы. Ты откуда взялся? С ума сошел? У тебя не нашлось? Что-то случилось? Да, случилось. Понимаешь, я хотел извиниться. Я не специально. Понимаешь, мне тяжело, когда ты... Что тебе тяжело? Мне тяжело с тобой работать. Почему? Почему? Я тебя люблю. Чего? Подумывай, Дюня. Это правда. Да ты каждый по 100 раз над ним признаешься. Тебе я когда-нибудь признавался? Ты вспомни, Юль. Дима, ты что, серьезно? Вы серьезнее некуда. Смейся, Азарова. Бред какой-то. Все не как у людей. Я за всю жизнь сестер видела меньше, чем тебя. Ну и что? Ты мне как родной, понимаешь? Так. Как брат. Угу. Я даже представить себе не могу, что... Ты извини, конечно. Что же мне теперь делать, Юля? Ой, Дюня, не знаю. Вообще, уходи. Нину разбудишь. Тоже не придумал на ночь глядя являться. Уходи, Дюня. Говорю, уходи.